сложные загадки. Сейчас я вам буду загадывать. Вы должны загадать. Но будьте внимательны, они очень-очень сложные. Справитесь? Конечно, ребята, справитесь. Сейчас мы это и проверим. Крыша в шапке меховой, белый дым над головой, двор в снегу, белы дома, ночью к нам пришла... Зима! Молодцы! С неба падают зимою и кружатся над землею легкие пушинки, белые... А теперь самая сложная загадка. Он приходит в зимний вечер зажигать на елке свечи. Бородой седой оброс. Кто же это? Угадали, молодцы, да ты меня угадали. Тимурочка, а можно я тоже ребятишкам загадаю? Ну давай, дедушка, попробуй. У меня точно посложнее будут. К нам домой под Новый год кто-то из лесу придет. Вся нарядная в иголках, а зовут-то гостью... Ёлка! А видно, встанет елочка в углу на окошке на полу. А на елке до макушки разноцветные... Игрушки! Не слышу, батрушки? Игрушки, конечно же, вот! И у вас какая елочка нарядная, вся в игрушках. Да вот только что-то огоньков на ней не видать. Дедушка Мороз, ну ты же волшебник, может быть, что-нибудь ты придумаешь? Ну, конечно же, придумаю, ведь сегодня праздник, Новый год. Ну, а я как-никак все-таки волшебник. Елочка, елочка. Зажгись огнями разными, зелеными и красными. Зажгись в честь года бывшего и года наступившего. Раз вместе, два, три. Елочка, гори! Ну, вот, вот, она наша елочка скатилась. Разноцветная. Круг скорее становитесь, крепче за руки берите. Тот, кто хочет, чтоб веселым получился Новый год, пусть сегодня вместе с нами эту песенку споет.